Всем доброго дня и отличного настроения. Сегодня я делаю карандашницу «Бычок», символ 2021 года. В основе втулка от туалетной бумаги, мордочка фоамиран, еще использовала джут. Такая карандашница может послужить отличным новогодним подарком. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного всем просмотра. Берем втулку от туалетной бумаги. Надо приклеить дно, чтобы было дно. Берем картон толстый у меня такой от коробки. И с помощью горячего клея приклеиваем на картонку. На краешек наносим клей и приклеиваем. Теперь надо это отрезать. Отрезаем дно. Вот такой стаканчик получился. Можно обрезать неровности здесь все. Теперь этот стаканчик я уклеиваю шпагат. У меня вот такой джутовый. Можно оклеивать прямо вот этой ниточкой. Но я буду плести косичку. Отрезаю три нитью вот от этого шпагата, три отрезочка до косички. Отрезали. Здесь можно завязать узелок и зафиксировать на стол, чтобы легче было плести косичку. Скотчем можно еще приклеить скотч. Начинаем плести как обычную косичку. Вот я доплетаю, что отрезала. Так вот, я сплела косичку. Теперь будем приклеивать ее на стаканчик. Я буду сверху начинать приклеивать. Так, узелок я здесь отрежу. Немножко его зафиксируем, чтобы не распустилось. И начинаем приклеивать. Наносим клей.
стаканчик. Еще сверху я хочу тоже вот так приклеить косичку, чтобы было красиво. Стаканчик мы подготовили. Теперь приступаем к изготовлению самого бычка. В интернете посмотрите выкройку мордочки быка или же просто нарисуйте сами. Вот я нашла такую выкройку. Вот здесь у меня сама мордочка бычка, а вот эта вот часть, вот эта вот половинка как бы ее, здесь будет у нас другого цвета фоамиран. И рожки еще тоже нужно вырезать два таких рожка. Вот я вырезала саму выкройку. Это вот у нас деталька будет вот сюда. Она будет другого цвета. Итак, теперь мы берем фоамиран. Вот для этой части белый фоамиран, для этой части и для рожек у меня будет красный фоамиран. Вот такой фоамиран с блестками. Так, как выкройку я переснимаю? Переворачиваю на другую сторону фоамиран, накладываю детальку, так вот, и обрисовываю шпажкой. Не карандашком, а просто шпажкой. На фоамиране очень хорошо все видно будет. Аккуратненько, вот таким образом. Обрисовала, снимаю детальку и теперь просто вырезаю. Вот я вырезала такую детальку, также я рожки вырезала из красного фоамирана, а из белого вот мордочку такую. Теперь нам надо приклеить красную детальку вот так. Мордочки. А рожки приклеиваем к рожкам. Так. Я приклеиваю горячим клеем. Вот рожки приклеили. Теперь мордочку вот так приклеиваем. Так вот приклеили. Теперь приклеиваем глазки. Я буду приклеивать черные полубусинки. Можно нарисовать фломастером, если у вас нет таких бусинок. Так. Глазки приклеили. Теперь черным фломастером надо нарисовать рот и ноздри. Вот такой бычок получился. Теперь приклеиваем его к стаканчику. Теперь из черного картона я вырезала вот такие копытца и приклеим их вниз. Так. Чтобы больше было похоже на ноги бычка, я покрасила здесь еще вот так белой краской. Можно лаком для ногтей белым покрасить.
Также я еще вырезала еще такие ножки бычка. Здесь из фоамирана, из белого, и покрасила черным маркером. И приклеим теперь на туловище бычку. Вот здесь с одной сторонки и с другой. Вот так получилось. Еще можно приклеить бантик небольшой. Или колокольчик. Все, наш бычок готов. Поставили карандашики. Получилась красивая карандашница. Сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось, ставьте лайки и пишите мне комментарии. Работайте всегда только с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится.